генеральный партнер программы «Семечки от Мартина». Всегда солнечное настроение. Семечками от Мартина зима пройдет незаметно. Что скрывается под брендом «Янта»? Бескрайние поля, современное производство и технологии, труд тысяч людей и признание миллионов покупателей. Каждый день на вашем столе «Янта». «Янта» есть вкусно. Здравствуйте! В эфире прогноз погоды в Приморье на четверг, 12 декабря. В Лесозаводске, в Дальнереченске небольшой снег и 10 мороза. В Мельничном небольшой снег и минус 11. В Тернее, в Дальнегорске без осадков, в Тернее минус 5, в Дальнегорске минус 10 градусов. В Ольге и в Кавалерово облачно, в Ольге минус 6 градусов, в Кавалерово минус 10. В Чугуевке и в Спасске Дальнем осадков не ожидается, минус 10, минус 12 градусов. Без осадков в Пограничном и в Камень-Рыболове. В Пограничном минус 5 градусов, в Камень-Рыболове минус 6. В Находке, в Партизанске переменная облачность от 4 до 6 мороза. В Артеме, Славянке и в Уссурийске без осадков от 3 до 7 мороза. Во Владивостоке небольшая облачность, ветер северный, северо-западный, умеренный до сильного. Атмосферное давление будет расти. Температура воздуха минус 7 градусов. Весь декабрь в салонах оптики «Остоптик» праздничные скидки. Спешите, с каждым днем процент уменьшается. «Остоптик», подари себе праздник. Улица Новоивановская, 3, проспект 100 лет Владивостоку, 44А. Спонсор программы – Дальневосточная энергетическая компания. Оплати долги за электроэнергию до 23 декабря. И рекомендуемый платеж, и получи сертификат на пользование электроэнергией в 2014 году. Прогноз погоды в местах отдыха в Приморье на четверг, 12 декабря. На островах Русском и Попова малооблачно, 7-8 мороза. В пригородной зоне от Седанки до Садгорода также малооблачно, минус 9 градусов. На Шамаре и на Тавазе без осадков, минус 9, минус 10. В Шкотовском районе малооблачно, в Кучелиново 12 мороза, в Анисимовке также 12 мороза, в Штыково 11. В Партизанском районе без осадков, во Владимиро-Александровском 10 мороза, в Тигровом 13. В Лазовском районе облачно, в Преображении минус 8 градусов, в Чистоводном минус 10. В Арсеньеве солнечно и 17 мороза. В Кировском районе малооблачно, в Шмаковке и в Горных Ключах 12 со знаком минус. Генеральный спонсор прогноза погоды стран АТР – салон «Дипломат». Волнительные скидки до 70% в салоне «Дипломат». Новое направление от туроператора «Авиачартер ДВ». Прямые рейсы на Филиппины, острова Гуам и Сайпан, а также Бангкок. Американский рай или азиатский – выбирать вам. Всего 5 часов перелета, и отдых для вашей семьи становится реальностью. Спрашивайте в агентствах нашего города. Прогноз погоды в странах АТР на четверг, 12 декабря. На севере Японии снег, в Саппоро – минус 2 градуса, на юге страны местами дождь со снегом. В Токио – плюс 9, в Осаке – плюс 6 градусов. На севере Китая без осадков, в Харбине минус 11, в Даляне до 4 тепла. В южных районах облачно, в Шанхае 12 со знаком плюс. На севере Корейского полуострова снег, в Пхеньяне минус 2, на юге Кореи. Также местами снег, в Сеуле 1 тепла, в Пусане 9 градусов. На Тайване небольшой дождь, в Тайбэе 18 тепла. На севере Вьетнама местами небольшой дождь. В Ханое и в Дананге 24 тепла, на юге без осадков. В Хошимине 33 со знаком плюс. В Таиланде дождь, на Пхукете плюс 29. В Сингапуре и в Куала-Лумпуре дождей и 30 градусов тепла.